вашу встречу, эту работу, это мероприятие, открытая мэрия. И очень важно, я подчеркиваю, не только там вам рассказать экскурсионно, но и услышать тоже какие-то, какое-то мнение. Я вас к этому призываю подкинуть, участвовать, чтобы у нас был диалог, чтобы у нас было обсуждение различных точек зрения. Основополагающим фактором, ставшим для нас стартовой площадкой для проведения этого проекта, является, конечно же, молодежь. Будем откровенны, на данном этапе речь идет о той молодежи, которой действительно не безразлична судьба и будущее нашего города. Все, кто присутствует сегодня в зале, должны знать и быть уверены в том, что такой